Всем привет! С вами Бесси, игра «Кольцо дракона». И хочу вам рассказать сегодня о первом минимальном пополнении в нашу игру. Значит, что я вам хочу конкретно показать. При входе в игру 7 дней подряд у нас есть вот такие вот подарки-привилегии. Да, за вход 7 дней вот вы получаете вот такие вот сундучки. Это VIP-сундучки за вход, но здесь на 7-й день их должно быть 7 штучек. То есть при входе в игру в течение 7 дней вы получаете такие вот всякие различные с разными наградами эти VIP, плюшечки и вот эти вот VIP-сундучки. Их должно быть 7 штучек. Что же они собой представляют? Это тоже будет один из бонусов при первом пополнении. Сейчас мы увидим. Вот, переключусь на другое окошечко. Значит, вот они у меня, смотрите, сундучки, да, вот они здесь, 3 штучки, и вот еще 4, и вот еще 3 штучки, то есть 7 штучек этих сундучков. Что мы сможем получить при пополнении на первую сумму? Какие привилегии будут ожидать нас в этой игре? Сейчас вы увидите сами. Значит, чтобы пополнить, я пополняю быстро своим способом. Через магазин, быстрое пополнение, кнопочка. Берем минимальную сумму 75 монет, это вполне достаточно. Вот мы получили. Первое, что мы видим, у нас засветился, активировался первый VIP. То есть нам уже дается доступ попасть в VIP-зону. Вот, получаем мы первую награду, сразу засветилась у нас кнопочка «Получить», мы это все получили. Естественно, при пополнении на сумму еще 864 золота мы получим уже второй VIP. Что нам дается? Нам дается право на вход в святыню VIP. Ну и каждый день получать дополнительно еще плюшечки. Баф мы получаем. Здесь есть табличка привилегии VIP, которую можете посмотреть, да, что вот VIP первый дает, то есть вот оно все видно, телепорт и все остальное, потому что бывает вам выжали и не давали вам телепортироваться, пишут, для этого нужен VIP. Сейчас есть, естественно, мы получаем ежедневные платежи, награду, то есть на пополнение любой минимальной суммы, максимальной, мы пополнили на... Получается, мы потратили 75 монет, пополнились на 136 монет РБК. Вот мы их получили. И мы уже получаем вот эти вот награды. То есть все оно у нас собирается автоматически. Дальше. Открываем мы сундучок привилегий. И здесь мы видим, у нас мы можем получить награду, ежедневную награду в игру. Это вот он еще раз. То есть это то, что пишет. При пополнении мы можем... То есть доходов, видите, пишет, дополнительных доходов 4 раза плюс VIP-1. Ну вот мы получили этот дополнительный доход. Теперь давайте вернемся к нашим сундучкам. Так, открываем сумочку и посмотрим. Вот они, наши сундучки. Теперь они будут у нас открываться. Вот мы получаем, смотрите, 100 золота мы получаем с них. И что там еще упало? Сундучок, смотрите, как вот в первом 100 золота. Здесь и сундучок 999 роз. Дальше, следующий открываем. Еще 150 золота и эссенции крылья дракона. Еще один открываем. Смотрите, получили 2 камня, еще 100 золота. Открываем следующий. Открыли. Еще раз подарочек мы получили, сундучок. Открываем мы его. Мы получаем пилюлю перерождения 10 штучек. Следующий сундучок. Опять 2 камешка и получили опять золото С. Смотрите, еще камешки. То есть эти сундучки очень выгодно. К чему я вам рассказываю это все? Если вы не знаете, стоит ли пополнять первый раз или не стоит. Стоит, оно очень выгодно. Вы не пожалеете. Смотрите, у нас еще появилась вот такая вот награда за первое пополнение, она висит у всех новичков. То есть тоже я пополнила первый раз. Смотрите, я получаю эту награду. Что она мне дает? Она мне дает карточка вызова босса, помощи с боссом. На один день. Сейчас я ее возьму, у меня сразу на почту придет вызов босса. Карта, это кольцо пары драконов активируется. Также золото С. Лук дается.
кристаллы маунтов и награда сокровищ удачи. Вот мы получаем. Вот оно все. Посмотрите, у меня все активируется. Мы его берем, используем. Применяем. Видите, карточку босса я использовала. Кольцо пара драконов у нас активируется моментально. То есть это не обман, то, что пишут. Это все на самом деле. Вот оно мне пришло, пожалуйста. Вызов босса, пожалуйста, мне пришло на почту. Все это, понимаете, это вы начинаете игру, не жалейте, вы получите массу удовольствия. На нашей платформе РБК Games проходит очень много конкурсов на прокачку при открытии нового сервера. Если вы хотите быть лидером, побеждать, атаковать и быть везде первым, участвуйте в этом, и вы не пожалеете. То есть минимальное пополнение может вам доставить массу удовольствия. Если вы будете пополняться еще и еще несколько раз, вы получите дальнейшие награды за пополнение счета, за трату этих же монеток. Они у вас все сохраняются, они все не сгораются. Вот. Всем спасибо. С вами была Бести. Специально для РБК Games игра «Кольцо дракона». Тёмки-тёмки, до новых встреч!